Юнг Северного флота. Эта дорога соединяет несколько районов города. Сейчас здесь уже уложен нижний слой асфальта. На всей протяженности дороги демонтирован старый бортовой камень. В данный момент производятся работы по подготовке песчаного основания, после чего будут произведены работы по подготовке щебеночного основания. Затем после этого будет уже выставляться по отметкам бортовой камень. Вот, кстати, бортовой камень привезли. По представленным сертификатам морозостойкость у него 200 циклов, марка бетона 400. Все параметры нового бортового камня соответствуют нормам ГОСТ. И после всех подготовительных работ дорожники приступят к его установке. За вчерашний день очень много слухов прошло о том, что будут расширять дорогу улицы Юнг Северного флота. Когда жители увидели, что производится демонтаж бортового камня, сразу говорим, дорогу расширять здесь не будут. Это невозможно по техническим условиям, потому что вдоль дороги проходит огромное количество коммуникаций, теплосети. После установки нового бортового камня на улице Юнг Северного флота будет уложен верхний плотный слой асфальта. Татьяна Лисеева, Тарас Шкуренко. Наше время.